Привет, друзья и гости моего канала! Давно вас хотела познакомить с нашим новым питомцем. Его зовут Кекс, это морская свинка. Он у нас уже несколько недель. Он приехал к нам вместе с овцами и козлятами камерунскими. Так получилось, что Кексу был нужен новый дом, а мы были очень рады новому другу. Это не первая морская свинка, которая живет у нас, у моего сына Даниэля. Много лет назад был морской свин. Поэтому как ухаживать за ним, мы знаем. Клеточка у нас тоже была. Поилка и все самое необходимое для этого зверька. В качестве подстилки мы используем опилки. Специализированный корм для грызунов, свежая травка, огурчики, морковочка и все, что любят морские свинки. Наш кексик очень любит сидеть на коленях, лежит, похрюкивает. Вообще дети от этого животного в восторге, потому что они могут его взять на ручки, погладить. С хомячками у нас пока что так не сложилось. Хомячков они на руки не берут. Мальчик уже пушистик привык, а девочка Бантик все еще пугается, и ей это неприятно. А кексик с удовольствием сидит у меня на коленях, пока я пью кофе. Одним словом, мы с ним очень подружились. До этого жил он в большой компании морских свинок. Девочки были, мальчики. Все симпатичные, красивые. И ему немножко, если честно, у нас, наверное, грустновато. Возможно, со временем нам получится найти ему друга или подругу, чтобы он не грустил. Потому что морские свинки любят компанию. Это те животные, которым грустно жить в одиночестве. Отдыхает кексик, улегся удобненько. Опилки приходится менять каждые 3-4 дня, потому что появляется иначе запах. И самим неприятно, и животному, я думаю. Но сам уход за этими животными несложный. Мои детки с удовольствием собирают ему травку у нас на участке. Сено привозим. Несколько раз пробовали кексы выносить на улицу. Накрывали его клеточкой, чтобы он никуда не убежал и его никто не обидел, чтобы он мог пощипать травку. Но кексу это не очень понравилось. Он немножко испугался, стрессовал. Пока что на улицу его не выносим. Приносим ему просто травку. Да, спишь, мой хороший. Не спишь, отдыхаешь. Морские свинки это животные-долгожители. В хороших условиях иногда живут лет до 9. Так что надеюсь, что наш кексик нас будет радовать еще очень долго-долго своим общением. Ну а на сегодня все. Спасибо, кто был со мной. Ставьте кексу лайки. Подписывайтесь на мой канал. Я думаю, еще не раз вы его у нас встретите. Пока-пока!